Цю дівчинку звуть Алія. Доволі незвично звучить для України. Навряд чи когось ще з таким ім'ям можна зустріти у Кривому Розі. Алія каже, дорослі дивуються, коли чують її ім'я. А дітям головне просто пограти з нею. Що ж означає ім'я Алія, почуємо у простій історії. Мене звуть Алія. Мені 7 років. Мені мама дала дуже необычне ім'я. І воно значить «займаюче високе положення». Я учусь в модельному агентстві. Когда я познакомилась с первой девочкой, она спросила, как тебя зовут, давай дружить. Я сказала, меня зовут Алия, давай тоже дружить. И она потом не услышала, она подумала, что ей послышалась Алия. И потом она еще раз спросила, как тебя зовут, потому что не поняла, или это послышалось ей или нет. Каждый воспитатель был в шоке от моего имени, если честно. Я не хочу другое имя, потому что у всех имена обычные. К примеру, там Катя и Катерина. У меня просто Алия и все. Я хочу стать модельером. Мама мне недавно связала желтый красивый шарфик. Я его ношу. А мама теперь вяжет шарфик со мной, учит меня вязать и вяжет шарфик для моего папы. Я хочу больше узнать о ее увлечениях, хочу узнать больше про камни. А вот такие камешки, помнишь, прозрачные какие-то камешки? Это горный хрусталь. Правильно. И второй. Оп. Мне, если честно, все равно какое имя, но главное, чтобы оно подходило. Это надо уже разбираться родителям. Я Алия Дан. Это моя простая история.